Наверняка тебе нравится, когда он играет с твоими волосами. Скорее всего, он тоже будет доволен. На коже головы много нервных окончаний, и импульсы мгновенно передаются дальше. Запусти кончики пальцев в его шевелюру, сначала нежно, потом посильнее. Если услышишь тихие стоны и вздохи, значит, все правильно. Их можно ласкать кончиком языка, и это очень приятно. В том числе потому, что неожиданно. Впрочем, можно постепенно продвигаться сверху вниз и уделить внимание не только пальцам, но и всей ступне. Одна из недооцененных частей мужского тела. При правильной стимуляции он будет очень доволен. Ее удобно касаться через анальное отверстие, но обязательно предупреди об этом и возьми побольше смазки. Сами прикосновения в этой зоне обещают что-то очень приятное. Можно делать легкий массаж кончиками пальцев или губами. Очень чувствительный участок. Попробуй слегка покусывать ее с разным напором. Его адамово яблоко – мощная эрогенная зона. Китайская медицина считает, что щитовидное железо связано в том числе и с интимными органами, так что попробовать точно стоит. Массируй эту зону круговыми движениями языка. Мужские соски бывают чувствительнее женских, в том числе и потому, что их редко касаются. Их можно аккуратно облизывать как мороженое или касаться пальцами. Еще одна зона, о которой часто забывают. Массируй пальцами или целуй и покусывай. Реакция не заставит себя ждать.